Япония стала второй страной, где выявили вспышку китайского коронавируса пневмонии. Заболевший 30-летний мужчина, житель префектуры Канагава, вернулся домой 6 января после поездки в Ухань, где в декабре началась вспышка этой болезни. Его уже выписали из больницы. Напомню, 11 января в Ухане зарегистрировали первый смертельный случай от коронавируса. В медучреждениях на тот момент находились 59 человек. Ранее сообщалось о случае заражения новым вирусом в Таиланде. Житель этой страны также приехал из Китая.